наконец-то я себе сделал вот такой армрест, или по-русски говоря, подлокотник. Сначала я хотел купить его на Алиэкспрессе, но именно вот такого образца я не нашел. Видите, он получается у меня буквой «Г». А на Алиэкспрессе продается просто вот эта верхняя часть, которая приклеивается прямо к деке, что, естественно, плохо. Здесь у меня идет приклейка на двусторонний скотч к обечайке. То есть сама вот эта часть, она не соприкасается с декой. Ну, а для чего я себе сделал? Во-первых, мне лично неудобно было играть, потому что вот здесь, ну, довольно-таки острая грань, и когда долго играешь, рука здесь пережимается, а здесь проходят вены, что, естественно, ну, вредно для рук. Еще для чего я сделал? У меня рост 186 сантиметров, то есть моя рука довольно-таки длинная, и чтобы ее приподнять, руку немножко так выше, я вот и сделал такой армрест, видите, он немножко сантиметр на два получается выше, чем обечайка. И играть стало намного легче. Плюс еще очень здесь легко получается двигаться рука, удобно менять позиции во время игры правой руки. Сделал его с помощью обычной болгарки из обычного куска дерева, натуральная ель. Смотрите продолжение видео, там все я подробно показываю, как я все это делал.